Привет всем, вы на канале Позитивный Огород. Пришли мы убирать свеклу. Такая у нас грядка свеклы. И свеколку тоже вырывать. Такая вот свекла наросла, крупная. Ботвы очень много. Поэтому сейчас будем ее вырывать и обрезать. И вот здесь еще небольшой такой пятачок свеклы, вот такая вот свеколка крупненькая, вот такая вот. Ну, как раз даже немножко она переросла. Ну хотя и вот видите, густо посажено. Вот такая вот свекла наросла крупненькая. Это называется цыганочка свекла. Такая вот свеколка. Ну, как раз для того, чтобы удобненько ее было чистить. Но вот это уже большая вот, хоть и густо посажена, но крупная растет свекла. Вот сейчас все ее вырвем. И потом будем обрезать, ну и будет лежать она, сохнуть, вот такая вот свеколка. Ну вот вырвали всю свеклу, столько много свеклы. И вот здесь вот такая вот, тоже в целом крупная. Вот сегодня собрали малинку, уже ее меньше становится. И вот такой крыжовник разных сортов. И черный, и зеленый, и такой какой-то малиновый. Разный. Такой, такой крыжовничек. Есть крупный, есть помельче. Ну, сладкий, вкусный. И малина сейчас тоже сладкая, вкусная малинка. Так что собираем. Но уже ее мало остается, малины. Жара, дождя нет. Засыхают вот так ветки у нас. Так что вот такая красивая ягодка. Сладкая, вкусная ягодка. И крыжовничек такой собрали. Сегодня мы будем делать заготовки на зиму. Уже собрали горох, заморозили. И сейчас будем собирать вот этот базилик. И зеленый, и вот этот фиолетовый. Все соберем, часть заморозим. Немножко, наверное, посушим. Ну, в общем, сделаем такие небольшие заготовки. Именно и зелени, и гороха, и тех или иных ягод. Ну, вот такой вот получился урожай зелени базилика. Очень она ароматная. Такие вот листочки. Можно заморозить, можно засушить. И зимой, осенью добавлять в различные блюда. Суп. Ну и другие, в принципе. Вот такой вот мед запечатанный. Рамка практически целиком. Сейчас будем ее тоже откачивать. И вот еще одна рамочка такая вот запечатанная. С одной стороны практически полностью, а с другой поменьше.
Кабачки тоже достаточно большие вырастали. Кавили продолжает цвести и плодоносить. Там тут кабачки. И здесь тоже кабачки. Вот такие вот кабачищи. Собираем помидоры. Такие вот помидорки. Такие кисти. И здесь тоже всякие разные помидоры. Поспел еще один небольшой арбузик. Ну, сейчас разрежем, посмотрим, какой внутри уже хвостик совсем отсох. Вот такой вот внутри он поспел. Красный такой, ароматный. Сахарный арбузик. Вот такой вот. Не очень большой, но очень-очень сладкий. Мы собрали таких красивых ранеток. Продаем их. Покупают у нас за 150 рублей ведерко, потому что их девать некуда. Вот они такие ранеточки. Сладкие, ароматные, яблоками прямо пахнут. Такие красивые. Сейчас приедут, их заберу. Падали пока, вот побились даже. Стрясали мы их. И они побились у нас. Такие замечательные. Покупают их на компоты. Делают компоты. Вот с этой мы вчера трясли. Стрясли их. Собрали, а снизу еще не все собрали. Сверху еще красный. Собрали вот такие вот томатики. Это все такие небольшенькие. Ну, вот такие они потом будут красненькие, красивенькие, когда поспеют. Потому что они наросли в открытом грунте. Ну и не все они вот так вот поспели. Только часть спелых, остальные вот такие. Но они у нас доспеют. Здесь вот тоже поналожили томатов. И выкопали лук парей. Тот, который был посажен из самой плохой рассады. Ну, вот такой вот лучок вырос. Небольшой. Ну, в принципе, вот так вот что-то приготовить. Добавить такой лук. Вполне себе подойдет. И зелень. Вот смотрите, какая зеленая. Можно что-то будет тоже приготовить. Ну, вот такой вот лук с самой плохой рассады. Вот такие вот нашли грибы. Волнушки. Вот они такие есть маленькие, когда не переросшие. Такие вот они хорошенькие. Такие волнушки. Такие волнушки уже переросли немножко. Здесь такая семейка. И вот дальше тоже пошли волнушки. Вот здесь целая такая вот семейка переросших уже, правда, волнушек. Такие вот грибочки. Такая вот семейка. Волнушек. И вот такие вот нашли грузди. Молоденькие, еще не переросшие. Такие вот свеженькие груздочки. Целая такая вот небольшая, но кучечка груздочков. Очень они вкусные, вот именно солененькие. Такие вот груздочки. Может, еще где-то. А вон еще есть груздочки. Ой. Вот такой вот красавец еще есть. Грусть.
В общем, в этом лесочке, хоть есть маленько грибочков. Вот собираем грибы. Нашли вот такие вот опята. Такие вот опяточки. Все малютки есть. И вот вся березка вот упала. Такая вот березка здесь. И все вот в таких вот грибочков. Вот он, опеночек. Такой вот ароматный такой вот опенок. Вот вся березка в таких вот грибочках, опятах. Дальше вот они, малютки. Дальше. Вот здесь у нас какая красота. Какая семейка опят. Такие вот красавцы. Грибы, опята. Вот обрезали свеклу. Так вот и кончик срезали. Сейчас у нас она будет лежать и сохнуть, чтобы вот эта ушка вот эта. Вернее, верхушка. И вот этот хвостик тоже подсох на хранении. Вот такой вот урожай. Вполне себе хороший. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.